В Таиланде короновали нового правителя Раму X. Торжественная церемония прошла в Бангкоке. Там король возложил себе на голову 7-килограммовую корону династии Чакри, которая была передана монарху потомственным брахманами и высшими сановниками королевства. Этому предшествовал так называемый ритуал очищения. Это когда короля омывают водой из рек, озер и источников со всего королевства. Напомню, на престол Рама X взошел еще несколько лет назад, сразу после смерти его отца. Тот правил королевством на протяжении 70 лет. Согласно совместному решению, коронация была перенесена на неопределенный срок и состоялась только сейчас, спустя 3 года.